Более 1,5 миллиона рублей добавит при весенней корректировке краевого бюджета на госпрограмму развития культуры и туризма. Дополнительные деньги пойдут, в частности, на ремонт дома Либмана на проспекте Мира в Красноярске и других объектов культурного наследия. Средства направят и на краевой краеведческий музей, и на культурный центр в Минусинске. Об этом сегодня сообщили на выездном заседании Комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края. Депутатам провели экскурсию по территории Успенского мужского монастыря. Реставрация проводилась за счет средств краевого бюджета. Этим занималась служба по государственной охране объектов культурного наследия. А члены комитета, многие новые, вновь избранные депутаты, мы решили вместе со службой провести выездное заседание, посмотреть объект последнего их культурного наследия, который они реставрировали, это летний архиерейский дом, и провести большой разговор о работе службы с погружением на месте, здесь, на заседании комитета.